Охрана на входе проверяет каждого посетителя, выявляет запрещенные предметы. 20 видеокамер следят за всем происходящим вокруг и внутри театра. Здание городского театра вошло в программу «Анапа. Безопасный город» 5 лет назад. За это время сделано немало. 8 камер следят за тем, что происходит снаружи, и 12 внутри. Городской театр – это одно из учреждений культуры, в котором почти каждый день собирается большое количество зрителей. Конечно же, безопасность на первом месте. Когда детки приходят к нам сюда, родители всегда волнуются. Но когда установили сейчас дополнительно еще 5 камер, стало немножко легче. На днях установили 5 видеокамер в зрительном зале, которые позволяют в режиме реального времени следить за происходящим. По словам Татьяны Залеской, система видеонаблюдения – необходимый инструмент. И себя уже оправдала. Один из примеров хочу привести. Шло мероприятие, родители находились вместе с детьми в зале. Но малыш выбежал в фойе и потерялся. Конечно, наши сотрудники оперативно отреагировали, подошли к ребенку, где мама, где родители, где папа. Они находятся в зале, но он не может их найти. Мы приблизили наше видеонаблюдение, нашли родителей, они сидели на 7-м ряду, 5-е, 6-е, 7-е место. Пригласили маму выйти, и счастливая семья воссоединилась. В предстоящие праздничные дни гости смогут не только приятно провести время, но и чувствовать себя в безопасности. Анапа по праву может считаться самым безопасным городом России. Городские власти намерены продолжить выбранную политику.